Привет! Да. И снова Адлер, фонтан, 33 градуса. Вода не холодная? Холодная, конечно, прохладная. Эдик, только не намочи руку. Но им же надо зачем-то вот наступать, видишь? Пробегай туда. Бегом, бегом! Намочила? Слушай, что у тебя с носом? Ну, молодец! Давай тоже пробегай, где я сниму. Я представляю, так ну, ладно, пойдем. У нас тут мокрая будет, нахуй. Пошли. Ну так вообще так. Ну это вообще ты делаешь. О, что? Поэтому что делать? Всем привет еще раз. 500 рублей на Панаму. Панама. Что, понравилось Панаме? Панама понравилась? Да. Маленький, да? Там побольше. Ну, открытый вместе. А? Здесь вентиляция. Чего? Маленький. Еще один купил вот такой, но маленький. Видишь? Ну, или да, бургер. Да, сегодня поставлю. Нет, давай бургер. Не хочешь. Еще надо поставить. Чурчхелу нет. Скоро только на песке не будет. Сейчас, потому что жарко, мне это не важно. Да, я представляю. Там лето, зима хорошо. 3 месяца, да. А там уже... Включишь и греешься, да? Там чуть больше я заказал. Вот такой. Там 2-3 поставишь. Чтобы, да, сразу, если хочешь, 3-4 штуки поместить. А тоже вот такой же аппарат покупать, да? Ну вот, ладно, пойдем дальше. Георгу зашли, постояли, поговорили. Боюсь, это аппарат. Кафемурку 2 заказали. Это в армии. Или ты на свою, как вы делаете? Ну это же свое производство, как говорится. Кафемурку? Да. 2 штуки. А, магнолия какая, полностью. Цветочек. Пахнет? Конечно. Ой, какой запах. Просто лепесток пахнет. Бесподобно. Самшит. А что это? Ну, выжили, сделали ремонт. Угу. Так что кофе. Георг здесь будет. Ну да, еще один ларечек.
Блин, дерево такое, что это тут цветет? Так это лягустра. Лягустра? Угу. Ну запах, да, вот лягустра. А что она сейчас? Там не цветет, а почему здесь цветет? Ну, это может попозже. А, нет, как она. Внутри солдата пойдем сходим. Мушмула уже он поспевает. Желтая. Ох ты! Вот это да! 747 Боинг. Вот это Боинг, да? Классно, да? Ой, классно. Ну да, красиво. Жалко, что мы далековато были. Ну вот, сегодня праздник. Вечером салют. Но я не увижу, я на работу сегодня. Везет, как всегда. Ладно. Выходные, праздники, работаем. Три солдата. Парк Победы. Людей много здесь стало. О, Натали. Интересно. Глинка. Елизавета Петровна. Вот ей поставили памятник. Вот она лошадка эта, которая была, мы снимали ее. Ну, пойдем. Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем говорю, но мы уверены в том, что добро, сострадание, милосердие сильнее любого оружия. Вот так вот. Перед дождем парит, как сегодня. Завтра уже дождь будет на 3 дня. А может и не будет. Вот она, лошадка, помнишь? Да куда вы, я валю? Сонный, видишь, такой, глаза закрыты у него. Очень смотри, глаза закрыты. Смотри, вот там. Алена, смотри, пожалуйста. Смотрите, смотрите туда, на маму. Смотрите, вас фото. Кашки нет. Сейчас еще самолет. Давай. Глаза закрыл. Хорошо, я
Я тоже с ним, потому что мне лень. Как Сергей говорил, сколько стоит? Она говорит, лошадь? Ну нет. Нет, сейчас уже жарко. А смотри, от жары как, да? Поливать надо просто, полить дольше. А речка грязная. Да, это снег, очень жарко. Продолжает. Горы уже практически. Смотри. Уже снега нету, на пике уже снега нету, там тоже уже не так много осталось. Тает снег. Море нагревается, 23 градуса уже. Ну, вчера знакомый ходил, купался, говорит, ну так можно нырнуть. И вынырнуть, да, быстрее. Не так, что прям теплое, ну нормально уже. Обычно уже был под градусом. Ну да, немножко, да. Вот такая вода, мутноватая, мутная. А, собачка сидит. Я думаю, что ее снимают. Пошел через речку. Знакомиться пошел. Набережная. Мзымты. Народу много. Хотели искупаться мы. Но еще, думаем, рановато пока, конечно. Подождем недельку еще. Это мои ушли.
не вижу, где они. Ритылёк, все, ребята. Нет, видите, скачу потом. Все, на вас они сделали, как хорошо. Можно сидеть. Что, пойдем? Да. На море выйдем? Ну, там море все грязное. Море. Ой, дельфины. От речки. А, дельфины, да. Ну, как всегда, мы сейчас подойдем и уйдут. От и речки. Он близко, смотри, он близко. К морю. Вон, вы не видите? Ну, в прошлый раз так же было. Пока подошли. Вон они, глянь, прыгают, прям рядом. Вообще обалдеть. Так видишь, море какое от речки. Да, море грязное. И рыбы сейчас вот много. Мы ловили, когда... Закидываешь такую грязную воду, и нормально рыба идет. Представляете, вроде речка, и все море пополонило, да? Да. Я носить не буду. А что? О, волейбол. Дорожку сделали. Да, дорожку удобно. На. Вот, берег вообще отсюда ушел. Смотри. Вот это меняется. Да, все меньше и меньше. Ага. Зато там берег большой стал. Да. Подмывает, здесь подмывает, а там увеличивается пляж. Смотри, какой пляж стал, да? Ну да, это маленький был. Ну вот. Пляж Мандарин сейчас это называется. Пляж Мандарин. Вообще-то чайка, а не мандарин. Это просто. Так, ну что, где? А вон. Отходят уже дельфины. Ну вот в это место все время на катере. Людей подвозят сюда все время. На катерах. В этом месте, в устье Мзымты, все время дельфины здесь. Главное, в две стороны, и туда идет река, и сюда идет, да, река. Да, смотри, как катается он на этой, как она, на банане, на таблетке или как? Ну да. Интересно. Дельфины, ну что, отошли? Ну, вдалеке он. Ну, слушай, были вообще близко. Главное, река пополам разделилась. Да. Но тут сейчас со спиннингом, конечно, не покидаешь спиннинг, абсолютно нет. Устья. Собачки такие, старенькие уже собачки. Там тоже через речку собачки переходила, старенькая. Я снял ее. Да. Ну, видно, что старенькая. Уставшая такая. Вот устье. Вон они, дельфины прыгают. Да, вода мутная.
И вот такая территория, все грязная вода. Так и на эту сторону, и на ту сторону. И туда выходит, да. И сюда выходит грязная вода. Много воды. Это же за причал туда более-менее будет, а здесь уже все. Оно всегда так вот. Дельфины, да. Он ловит, смотри, рыб. Прям так резко гоняет, да. Она. Да, видно, что прыгает, гоняет. Позакидывать бы сейчас. Да в риду половину. Вот такие дельфины, и белые, и опалины. Я тебе дам, смотри. Ну вот, не взяли короля. Купальники, сейчас да. Покупались. Вода как? А с чего ты завтра закупалась? А вода холодная. Нормально? Холодная? А, ну речка же, речка. От речки холодно, да. Мы тут всегда, когда купались, холодно. Верхний слой особенно холодный. Пройдем потихоньку по берегу. Да, уже надо домой. Опять скажут, что в спешке, спешите куда-то. Спешал так было. Холодно, да? Ну. Как будет теплее, скажешь. Откуда? Ну, пока речка еще здесь вот выходит, она еще холодная. Дельфины, вон они, далеко. Ну вот на косе сколько людей. Собачки вон какие. Эй. Прогулка по берегу. Чего? Да, да, дальше песочек есть. Запах моря, да? Вот здесь почувствовал я. Папа. Может, пойдем туда? Куда?
Может, не надо туда идти? Пожалуйста. Ну, понятно, что пожалуйста, да. Ну, может, не пойдем? Блин, ну один раз. Один раз. А больше раз? Нет. А, не была там ни разу, да? Ну, вот здесь в народу еще больше. Сколько людей. Пойдем. Дойдем до туда. Да вон, да, вон этого. Да. А? Я да, купается много, но вода прохладная все-таки. Сейчас. Наверное, 23 не будет все-таки, да? Ну, тут... Причина речка. Да, речка, речка, еще речка, да. Видите, люди купаются. Ну, купаются в основном, у кого есть прослойка. Им не так холодно. Да? Ты не заметишь. Даже не почувствуешь, да? О, глянь, ноги не держат уже. Ну вот здесь катались вот в этом месте же, отсюда на банане катались. Помнишь? Слышишь, как я зову, говорю. Я помню, как тебе... я на него залазила. Помнишь? В прошлом году. Интересно было, да? На этот бы я уже не залезла бы. Да, на этот бы ты не залезла. Это в море, да, вы залазили? Я прыгнула, а потом как залезла. А, тебе подал. Там хоть это так было. Я не знаю, как я так не залезла. На этот не поеду. Ну, пришлось бы тебя затащить. Буксир. За веревку вам. Да, буксир. Только так. Вон сколько. Ну так думали. Че? Такой сделать. Ну да. Вон еще, глянь, людей много туда. Не пойдем? Хорошо. По ней немножко. Ой. Как в этих костюмах им, бедным, жарко ходить, да? Да, такую жару. Мы идем, нам жарко, мокрый. Мы все-таки фирим на пачкорт. Ну да. Бедный мой пацан перегрелся. Перегрелись. Папа! Папа! Некоторые уже, наверное, и посылают бедных. Ой, я бы сейчас в душе бы искупался. Здорово. Да кто тебе не дает? Ну, я не взял ничего. Да надо можно было раздеться и все. Да, и под душем. Вы так толкаетесь вообще, куда вы едете? Да, я вот так вот встану.
Следственный комитет, Лесит. Москву представьтесь, пожалуйста, мужчина. Лет полных сколько вам? А почему должен представлять? Следственный комитет города Москва, спокойно. Да вы что? Конечно. Это не серьезно. Вы меня не узнали? Вам на ту сторону. Вы меня не узнали? Нет. Как ваш? Криминальный авторитет города Краснодара, Владимир Единорогов. Вы же меня знаете, девочка? Да, конечно. Ну, блин, меня никто не знает. Я еще неизвестный. Удачного дня вам. Спасибо. Удачного дня вам, Димуля. И вам того. Калистемон еще цветет. Уже отцветает. В городе много тоже кусты. Чего? Сюда пройдем? Ну, сквер Бестужева загородили. Реконструкция какая-то, смотри, что. Обалдеть. Вот это да. Все поперерыли. И пушки нету. Куда дели пушку? Себе. А куда, интересно, все подевали, смотри, все посносили, поубирали. Что здесь будет, интересно? Сейчас посмотрим, что здесь будет. Это вот что будет, папа. Сейчас. Платаны закрыли. Папа, да. Что это? Ну, немножко. Ну, осовременит. Не знаю, что это. Ну, вот схема. Это вот так будет? Что-то не очень-то интересно. Было интереснее. Так вот, старый парк, старый сквер. Пушку ближе бы не убирали бы, осталось бы хоть. Сколько лет простоялось. Блин, всю жизнь здесь вот живешь, когда всю жизнь стоит это все. И все это, даже не знаю, почему-то это вот смотреть больно на это. Как все сносится, убирается, все. Она не уберется, она просто переделывается. Переделывает. Мне кажется, ее уже не будет. Ну, посмотрим, что здесь будет. Жалко, конечно, если уберут и пушку, все. Просто она сколько лет стояла на этом месте, да? Вот так вот памятные места. Все меняется, изменяется. Как нам написал один с Америки, говорит, ничего не меняется в Адлере.
все меняется потихоньку, все. Вот он. Сквер Бестужева, пожалуйста. Все поперерыли. Не знаю, что было плохого. Хотят что-то сделать лучше. Ну ладно, все. Пока.